Друзья, добрый день! С вами сегодня канал InDubai. Меня зовут Азат. И сегодня я расскажу вам о консульской легализации документов. Консульская легализация документов нужна тем людям, кто собирается ехать в другую страну. Например, на учебу, либо в поисках работы. Или, например, если вы открываете фирму, регистрируете какой-то бизнес в другой стране. Консульская легализация документов нужна для того, чтобы ваши документы, которые вы получили на территории Российской Федерации, для того, чтобы они официально признавались и были действительны в другой стране. Легализация документов нужна не для всех стран, она нужна только для тех стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции 1961 года. Для тех стран, которые присоединились к Гаагской конвенции 1961 года, для этих стран делается процедура, которая называется апостиль. Я прошу обратить вас внимание на это. Апостиль и консульская легализация документов – это совершенно разные процедуры. Апостиль делается только для тех стран, которые присоединились к Гаагской конвенции 1961 года. А для тех стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции 1961 года, делается консульская легализация. В этих странах апостиль не принимается, официально не принимается. Список таких стран вы можете найти по ссылке ниже под описанием этого видео. Консульская легализация документов состоит из четырех основных этапов. Первое – это делается нотариальный перевод документа. Потом нотариальный перевод документа заверяется в Минюсте. После Минюста документы заверяются в Министерстве иностранных дел России. И после Министерства иностранных дел России документы заверяются в посольстве той страны, куда вы собираетесь эти документы предъявлять. Вот как выглядят документы после легализации. Здесь вы видите, сначала сделан нотариальный перевод. То есть документы, листочки в нотариальном переводе, они подшиты, пронумерованы, прошнурованы нотариусом. Вот подпись нотариуса, печать нотариуса. После этого документы заверены в Минюсте России. В Минюсте добавляют еще один листочек, и на этом листочке ставятся пометки Минюста. После Минюста на том же самом листочке Министерство иностранных дел России тоже ставит свои пометки, то есть это штампик, подпись, печать и голографическая наклейка. После того, как в Минюсте документы готовы, после этого посольство той страны, куда вы сдаете документы, на этом примере вот вы видите, это посольство Арабских Эмиратов, и в посольстве тоже ставят свои пометки, что документы действительно, что они действительно легализованы. Вот, в принципе, все. Именно так вот и выглядят документы легализованы. В конечном итоге получается несколько листочков, они все подшиты, прошнурованы. В таком виде они готовы для того, чтобы вы могли их предъявлять в другой стране. Наша компания специализируется на консульской легализации документов для тех стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции 1961 года. Как я говорил ранее, полный список стран, для которых требуется консульская легализация, вы можете увидеть в описании под этим видео. Так как мы специализируемся на консульской легализации документов, мы знаем все требования, которые предъявляет Минюст, МИД и посольства разных стран к документам для того, чтобы легализация прошла хорошо, успешно и чтобы ваши документы точно уже были приняты в другой стране. Также существует очень важный нюанс, что при прохождении консульской легализации документов Минюст и МИД, вот, которые надо поставить печати и штампики, это сделается только в Москве. То есть, если вы находитесь не в Москве, а в каком-то другом городе, то в своем городе вы не сможете это пройти, вам нужно присылать документы в Москву. А так как наш офис находится в Москве, то значит вы можете прислать документы нам, самим вам не надо приезжать в Москву, не надо просить знакомых, родственников, вы просто присылаете документы нам, и уже наши сотрудники самостоятельно сдают эти документы во все инстанции за вас. Если же вы проживаете в Москве, то сами понимаете, что сейчас передвигаться по Москве с каждым годом все труднее и труднее, и это занимает много времени, ездить по различным инстанциям, поэтому вам будет гораздо проще, если вы отправите документы нам, а наши сотрудники уже самостоятельно объедут все инстанции и сделают все документы за вас, то есть вы уже получите готовые документы, и вам не надо будет никуда ездить. Поэтому, если вам нужно сделать консульскую легализацию документов, обращайтесь к нам, наши координаты вы можете увидеть в описании к этому видео. Если же вы хотите сделать консульскую легализацию документов самостоятельно и не понимаете, как это сделать, у вас остались какие-то вопросы, вам нужна просто консультация, вы в любом случае тоже можете позвонить нам, вот по телефонам, которые указаны в описании к этому видео,
И наши сотрудники вас бесплатно проконсультируют и ответят на все ваши вопросы по легализации документов. На этом все. С вами был Азат Надыров, специально для канала InDubai. Я желаю вам, чтобы с вашими документами всегда был полный порядок. Если у вас остались еще вопросы, не стесняйтесь, в любое время звоните по телефонам, которые указаны в описании к этому видео. Мы всегда готовы вам помочь, подсказать и проконсультировать по всем вопросам относительно легализации документов.